Так, о чем будет это видео? Где-то в предыдущих видео, вот крайних про солнце, где я менял угол на летний, я говорил о том, что было что-то подозрительно мало электричества шло от вот этих трех панелей, они через МППТ контроллер подключены. Вот, как-то удивительно мало. Вот, я угол сменил. Такой весь умный, поумничал, что вот угол не тот, солнце не то. Сменить сменил. Ну и даже не стал проверять, появился ли ток. А сегодня что-то я заметил, что тока так и нету. То есть нету тех мощностей, которые должны быть. Эти панельки, они 3 на 6. Самодельные панели. Вот эти две, вот это и вот это. Это они из двух стекол сделаны. Вот здесь вот просто залито герметиком. Ну, вот с тыльной стороны. Собственно, в чем косяк? Ладно, дальше про плюсы и минусы двух стекольных расскажу. У нас был град. Я сейчас решил помыть их и увидел, вот не знаю, будет ли видно, не будет, не знаю, мне сложно. Так, на своем псевдо фотоаппарате, камере, телефоне. Сейчас попробую выставить такой режим съемки. То есть видно, что с тыльной стороны очень многие панельки имеют повреждения, как будто бы тыкали отверткой. Но только не полное разрушение элемента идет, а вот как на машине, реально как на машине после града вмятины. Точно так же. Вот не знаю, будет видно, вот, к примеру, вот здесь видно волна такая, вмятина. И они и так вот двигаются, панельки. А тут вот, ну вот тут, да, вот тут тоже видно прям повреждение. Вот оно, вот повреждение. Вот две точки и с той стороны, вот. Вот тут вообще конкретно элемент поврежден. Что нюанс, в чем оказался-то? Град. Так, ага, макро. Сейчас отключу секунду. А вот град бился вот так. Это еще был тогда зимний угол, то есть панели еще больше были подняты сюда. Град тупо бился вот так косой, отскакивал от кровли и бил заднюю сторону панели. Эта панель не двухстекольная, она обычно залита герметиком. Честно, нареканий никаких по герметизации. То есть угол имеется. Тут вот сверху я планочкой такой защитил. Влаги не было вообще. То есть получилось очень хорошо. Но подводный камень пришел с другой стороны, оказывается. И вот сейчас я постараюсь как-то так и снять, и замерить одновременно. Ну ладно, поверьте на слово. Вот эта панель дает ток короткого замыкания 3 ампера вот в данный период. Вот. А вот эта панель, которая с повреждениями, дает ток короткого замыкания всего лишь 1,5-1,4. Ну жалко. Восстановлению она уже не подлежит также. То есть элементы все имеют повреждения. То есть било сюда. Почему не повредило эти? Потому что это имеет самопал, но двухстекольный. То есть не опаска. То, что не разберешь двухстекольное, то, что если влага попадет, тоже хана. А в плюс оказался в том, что они выдержали град. И враг сзаду не подкрался к ним. Ну так, то есть 3 ампера, 1 и 2 ампера. В цепочке эта панель, она негативный свой вклад, очень сильно вносила негативный вклад. Ну, буду снимать. Пущу, наверное, на сельское хозяйство. Сейчас в лето не особо, оно там большие токи не нужны. Много энергии не надо. Вот. Ну, пока так.